Глава 15. Посещение отца. Однажды совершенно неожиданно пришло известие от отца Леона, в котором говорилось, что он намерен посетить миссионерскую семью сына, которого он сам, после его уверования в Мессию Иешуа, изгнал из дому и объявил мертвым. Дети Леона и Фани не знали своего деда, но из того, что они слышали о нем от родителей, они могли чувствовать радостное ожидание, потому что относились к нему с величайшим уважением. Встречая деда, они выстроились в коридоре с маленькими букетиками цветов в руках. Теплая встреча растопила сердце деда, и он приветствовал сына словами патриарха Якова, когда тот, наконец, встретился в Египте с Иосифом, которого почитал мертвым. «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». Бытие, книга Берешит, 48 глава, 11 стих. Леон и Фанни думали, что вид деда в его типично еврейском ортодоксальном облачении удивит и напугает детей, выросших в совершенно других условиях. Но дети не проявили ни удивления, ни страха. В своей детской простоте и искренности они восхищались всем в своем дедушке. Они любили собираться вокруг него, взбирались к нему на колени и нежно гладили его бороду, лицо и руки, не понимая, почему у старика текут по щекам и бороде слезы. Они наблюдали за ним с большим уважением, особенно когда он покрывал голову своим молитвенным шарфом, талитом и надевал тфилин, чтобы молиться. Им все нравилось в нем, и все казалось интересным, а непонятным было только одно – почему их отец не пользуется такими же вещичками? Дети Розенбергов огорчались, когда дед отказывался есть вместе с ними семейный обед. Он только пил с ними чай, а к другой еде не прикасался, потому что по раввинским традициям ему запрещалось есть пищу, приготовленную в простой посуде и не по предписанным кошерным правилам. Ему нужно было не только предоставить новую посуду, купленную в специальном месте под надзором ортодоксального еврея, но и позволить самому готовить для себя пищу. Все это было сопряжено с такими трудностями, что удобнее было просто дома угощать его чаем, а кормить где-нибудь в другом месте. Молодые Розенберги не жили более раввинистическими традициями и с самого начала своего пути с Мессией не смешивали старого с новым. Леон несколько раз сводил отца в специальный ресторан, и то, что они ели там вместе, не испортило их отношений. Оказалось, что отец приехал к Леону по делам или, скорее всего, под предлогом дел. Экономическое положение в мире якобы отражалось каким-то образом на его делах. Однако все в доме сына интересовало его, и беседы с ним размягчили и изменили отношение старика к семье отверженного первенца. Он даже пообещал, что всякий раз, когда будет близко, непременно посетит его опять. Как далеко это было от того «проклятия», в кавычках, которое произнес он вначале. Леон воспользовался предложением отца и при каждом посещении сеял живое семя благой вести Иешуа в его сердце. При последнем визите Леон заметил резкую перемену в отце, но это не было открытым изменением в его отношении к Мессии. Его позиция в этом вопросе оставалась пока неизменной, но на смертном одре он почему-то таинственно сказал стоявшим вокруг кровати родственникам: «Леон – мой самый лучший сын». Никто не знал, что он имел в виду. Леона не позвали к отцу, когда тот умирал, и никто не сообщил ему о приближении этой смерти, потому что некоторые родственники были против того, чтобы верующий в Мессию принимал участие в похоронах ортодоксального еврея. Леон же до конца своих дней верил, что его отец тайно поверил в Иешуа, как в Мессию.
и был, как многие раввины сегодня, его тайным последователем.